Journal. Татьяна Салмановна Мактум. Сайфудин. Сегодня у нас 22 октября 2020. Времени 17:33. Вот такие вот дела. Сейчас приготовила себе такой завтрак. Сейчас буду кушать. Поставила на зарядочку. На зарядочку мой компьютер. В общем, слушаю здесь «Да, у любви секса». Красота, красота. Почему вы не узнаете мой голос? Меня зовут Кит. Мне приятно, что вы присоединились ко мне в этом бесконечном путешествии. В общем, халва. Халву я покупала в магазинчике Семишагов за мои наличные деньги. Такие вот дела, халва. Потом маффины, сейчас маффины открою. Маффины. Вафли, вафли, кашка, овсяная кашка. Чаек, чаек я уже заварила. Чаек заварила. Еще так добавлю. Горяченького. Добавлю горяченького. Ну, пока, знаете, на зарядочке стоит у меня. Как вам показать-то, чтобы... Ох, такая эротическая звезда. Просто фея. А, нужно включить другой, еще один цвет. Чтобы красиво было, чтобы я красиво получала, так эротически самое главное, училась на телевизион продакшн. Самое такое освещение, такое красивое освещение, такое супер красивое освещение. В общем, как же вам показать мою еду, знаете, потому что у тебя на зарядке стоит, в общем, так вот будет видно. В общем, на зарядке, смотрите. В общем, овсяная кашка. Вафли, халва, чай, маффины, маффины, сейчас посмотрим здесь, надо еще, может быть, что это такое, ох, да, 17:36, 22.10.2020. Да, у любви и секса. Часть 5. Сейчас я ее на мою страницу Фейсбука. Загружу на мою страницу Фейсбука. Ой, не знаю, даже, знаете, вот как-то надо что-то такое накинуть, да? Так что, наверное, особо не будешь кушать. В общем, как-то уже, наверное, накинуть. Что-нибудь такое накинуть. Как-то подвинуть. В общем, как-то вот это. Как-то видно, то, что как-то видно было более. Сейчас. Ой, спинку прямо. Сейчас немножко нужно разбавить. Горяченько, спинку прямо. В общем, чай. Чай крепкий Лисма.
мужчин дал любви и секса пятую часть. Ну, чтобы видели. На сцене. Татьяна Салмановна за завтраком почти как блестящие на сцене. Ну, они, знаете, такие-то в этих, как там, прям такие вот эти все блестящие. Вот такая была. Или есть?
чищено через бабки на доски. Нормально, не подскажешь. И все, они довольны очень. Не роптали, тихо лежали без сознания на полу. Нормально. А я всю делегацию в один лифт. А я молюсь и тею. В бане видал. Мой бывший муж Перри Максилданский. Вот. Так там наверху, знаете, налево, с самого, налево, с левого, самый левый шкаф, который, левая дверца, там были такие полочки, самая верхняя полочка, и там стояли такие, какие-то колбочки, какая-то фигня, в общем, части от самогонного аппарата. Так что,
чтобы... Ну, бизнес у них такой был. Сколько там лет назад? Сейчас 2020 год. Мамы уже нет. С 9-го года. 11 лет. Сколько получается? 2000 год. 2000-е года были. 2000-е года. Оксана еще беременна была Яной. Ну, тяжелые там, знаете, в канистры, они потом в канистры это наливали, большие. И тягала она, была беременна, и тягала тяжести, канистры. Так что вот, я удивляюсь на людей. Не обращаются ни к врачам, ни в женскую консультацию. Ну, а рожать, время рожать, вышла на улицу, вызвала скорую помощь. Уж не оставить скорую помощь на улице роженицу, правильно? Я просто удивляюсь на людей, насколько закалка такая, закалка, беременными, эти тяжести таскать, и ничего, нормально. Просто рассказываю про тех, кто со мной судились, хотели отсудить у меня. Признать меня недостойной наследницей. Что там, по третьему суду он уже не смог прийти, наверное, запил. Судился, все проиграл, потом запил, потом это доверенность на Яну сделал. Ну, вот у меня ту, которая была, так скажем, вот это вот. На улицу, короче, вот это выйти. Скорая подберет. Была она его представителем на третьем заседании, когда я для суда написала, что он приходил сюда и хотел меня убить. Так и написала для суда. Отправила ему документы. Как напьется, трезво еще более-менее. И то. А если уже пьяный, сколько раз, так сидишь, особенно когда вот мама не стала, вообще к маме, конечно, к маме приходил, к Тамаре Петровне, чтобы она его накормила, поговорила, ванной вымочила, пока он пьяный. Врача ему вызвала, чтобы его отрезвили, капельницу сделали, потому что у них там срач, врача не вызвать. Так что вот Михаил Маратович, Фридман. Татьяна Юрьевна, 46 лет, сейчас мне 48. Я поменяла его имя, отчество и фамилию. Татьяна Салмановна Махтум Сайфуддин. Так что вот это я. А когда пьяный, Серега, так это просто жуть, если он хочет войти, он там электричество отключит. Сидишь, только и бойся. Откроет щиток, электричество выключит. Не захочешь, да выйдешь. Не захочешь, да пустишь его, пьяного. Вы просто не представляете, какой просто, знаете, ужас просто охватывает. Кто видел его пьяным? Ну да, это звонится, если никто не открывает, он свет тогда вырубит и будет ждать.
кто-то там. Соседи какие-то звонили с площадки Василию Валерьяновичу когда-то, пару лет назад. Соседи по площадке позвонили. Позвонили Оксане, это жене Серегиной. Представляете, какие соседи? Позвонили, сказали, что вот у Татьяны Салмановны, то есть у меня, у Татьяны Юрьевны, Татьяны Салмановны, долг по электричеству, 3000 рублей, что я не плачу, чтобы он пришел и разобрался. Представляете, Михаил Маратович? О чем это может говорить? А он ко мне уже приходил, с ножиком таким окровавленным, весь пьяный. Написала я уже, правда, позже написала заявление в полицию. Ну а полиция-то что? Пришел, я написала тогда, пришел, весь такой, вот это, рубашка в крови, ножик в крови. Так этот магазин зашел, пивка купить, что-то там с продавщицей, что-то там, поговорил с продавщицей, он мне сказал. Ну, здесь где-то, знаете, между Королёвой и Комендантской, наверное, в угловом магазине. Знаете, где он сидел? Вот здесь вот, если вот посмотреть, когда в кухню сразу входишь, здесь стул стоял. Вот он на этом стуле сидел. Прямо как входишь на кухню, прямо вот здесь стул. Кофе я его поила. Кофе напоила. Когда он пришел, это было, по-моему, в тот раз. Да, еще мне тогда приводили интернет. Он когда пришел, как говорится, еще умудрился упасть в коридоре, пьяный. Вот там, в коридоре. Он большой, тяжелый, больше 100 килограмм. А буйный, ну нельзя. Его когда-то с улицы в больницу забрали, тоже с кем-то он там подрался пьяный. Его забрали в больницу. Так он там умудрился в обезьянник попасть. Короче, в этой больнице, знаете, есть там тоже такие клетки для буйных. А из палаты, когда в палату его положили, он просто оттуда сбежал. Он мне так и сказал. Так это что там делать-то в больнице? Я так и не понял, что там делать-то. Ему даже когда всю башку, весь в крови, вся башка в крови, он там домой. И лечится, наверное, водкой недели две, пьет. Пьет и лежит. Не к столу, конечно, будет сказано. Просто немножко нужно разделять. Это еще мой лайф-журнал, конечно, я сценарист, пишу сценарий для фильмов, также рассказываю о себе, о моей жизни. Вот такие вот дела. Так что вот про эту историю. Смотрите предыдущее видео. Выше этажом. Видите, я здесь живу 30 лет, 24 года постоянно. 4 года я в Америке жила, 2 года в Петергофе. Вот, столы. Этот стол больше, около 5000 долларов стоит американских. Достался мне при разводе. У меня вся дорогая мебель. А они решили, мы их предупреждали выше этажа, они решили заливать мне вот этими помоями, сточными трубами, сточными помоями квартиру. Вот, вода текла. Вот, помоями решили мне заливать мою дорогую мебель. Мою одежду пришлось собаке выкинуть, часть коробку, часть этой одежды пришлось выкинуть. До сих пор ремонт делаю. Обои сама, как говорится, отшпандорила сама обои. Они мне залили, 7 лет назад тоже залили. По всем обоям текло. В коридоре прям по обоям, прям вот стеной вода текла. Стеной вода текла по обоям. И здесь по обоям, и там, прям вот прям по обоям все текло.
Воды вот столько было, вот столько воды было. В коридоре, на кухне и в комнате, там, где вот без балкона. Я еще удивляюсь, что его за все эти годы, он на 2 года меня старше, он 19 марта 1970 года рождения, город Ленинград, Александр Сергей Юрьевич. Сын Александра и Тамары Петровны. Я вообще удивляюсь. Сколько лет наркоманил, сколько лет алкоголизма, сколько лет запоев, везде лежал, валялся, и на улицах, и везде. Все там это, и нос вообще там, это по носу там, это вообще там наискось, и губа, и в общем там, сколько все было разбито, и голова, сколько раз ему пробивали голову. И ничего, как-то его никто не догадался в психушку сдать. А я 4 месяца и 10 дней в психушке отсидела. Вон я вам там написала. Приезжал ко мне этот психоневрологического диспансера. Участковый. Разговаривал, как с преступницей. Встал вот там вот. Я говорю, проходите, садитесь. Он встал около двери, стал моему мужу звонить, Василию Валерьяновичу. Как у нее состояние? У него состояние не ухудшается, нет? Как она себя чувствует? Приезжайте на прием. Вы уже поправились от коронавируса? Приезжайте. А СНИЛС у вас есть? Вы не получали СНИЛС? Таблетки будет дешевле вам покупать. Вы не получали СНИЛС? А вы случайно не из тех, кто эти номера, документы не получают? Вы случайно не из этих людей странных? Спросил он меня. Вы, может быть, боитесь СНИЛС получать по религиозным мотивам? Так он меня и спросил. Что у меня диагноз миопатия. Уже много лет. И на этот коронавирус, и на эти таблетки, все это на мой организм. Татьяна Салмановна особо не жалуется. А почему будешь жаловаться? Чего жаловаться-то? Здесь не жаловаться надо. Нужно себя... В общем, на самом деле, у меня как бы вот, у меня столько видео.
равно дома. Я книжку написала «Тайная психология денег, секреты богатства и процветания». Изучаю позитивное мышление с 2002 года, смежные науки. Правда, вот его тогда видела на предварительном заседании в мае 2016 года. Это было 4 года назад. Больше я его не видела, этого Александра Сергея Юрьевича. Я когда его увидела, я решила, что все, я больше никогда с ним не хочу общаться. С тех пор я, конечно, его не видела, мне даже это не интересно. Я бы даже говорить об этом не стала, если бы он не затеял эти судебные заседания, вообще все. Я столько лет, об этом как-то не очень, говорить там. Заев тоже приезжал в 2018 году. Я все ему объяснила. Я ни документы у него не спросила, Михаил Маратович. Он когда приехал, я не спросила у него документы. Так что я точно не могу сказать. Он в форме пришел. Пришел в форме с папочкой. Понимаете? Я у него документы не спросила. Это, в принципе, мой минус был. Надо сразу документы спрашивать. Я полицию вызвала, он приехал. Документы я не спросила, я тогда мерзавец все это объясняла. Записала это на аудио, я выкладывала это все. Я подумала, что я ему все объяснила, и как-то все это, вы там хлопаете громко дверью, электрический ящик громко закрываете, мешаете соседям в 93-й квартире. Что-то громко. Листовки что там, травят тараканов. А я писала, что они баки, да, он еще про баки бы сказал, что я еще про баки пишу. Там по 10 баков наставляли, да, я писала, баки наставляют, тараканы бегут, листовки вешают, у кого-то бизнес. Я срывала эти листовки. Чем это все закончилось? Это закончилось травлей тараканов по всему дому. Это, наверное, этот наш ЖЭК платил за ваш счет. Отмывали деньги. Баков наставили, тараканы побежали, они по всему дому заплатили денег, травили тараканов. Объявление там висело. Еще он мне сказал, я вам звонила по вашему заявлению, вы должны были прийти, я вам позвонила. Что вы заявление написали в полицию на имя президента Российской Федерации, я позвонил, вы не пришли. А я не пришла, когда он позвонил, я даже с ним общаться не хотела, потому что он первый раз, когда приезжал, бригаду психушки вызвал, я с ним вообще общаться не хотела, я даже хотела на него тоже написать также заявление в полицию, что с ним даже общаться не хочу, поэтому я к нему не пришла. Он мне сказал, больше, чтобы вы не писали на имя президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина заявление в полицию. Так и знайте.
что ему лично нужно ответить. Президенту Путину, что я вот пишу, а ему нужно ответить. Порвал паспорт, не давал в квартиру выйти. Я ему говорю, хорошо, пойдемте туда, пойдемте говорить при свидетелях. Он был здесь один. Он меня не выпустил. Порвал паспорт. Я говорю, хорошо, мне нужно позвонить, у меня котенок. Я говорю, мне нужно позвонить моему мужу. Он не давал позвонить. Он сказал, что Василий Валерьянович вас знать не хочет. Я вам там написала. Вот здесь он на стуле сидел. Также вот здесь стул был. Он на этом стуле сидел. Вот здесь стоял, стоял при входе, здесь стул был. На стуле сидел, лицом сюда. Татьяна Салмановна это говорит для общественности. У меня, я рассказываю о моей жизни. Так что вот, я об этом не написала, я говорю тогда для моего лайт-журнала, короче, говорю для общественности, чтобы знали. А уж выяснить правду, если президенту Владимиру Владимировичу Путину нужна будет правда, о чем мы с ним вот здесь говорили, уж Владимир Владимирович, уж поверьте, выяснит правду. Кто что делал, кто ж кому говорил. Даже можете не сомневаться. А о чем мне молчать? Я сначала думаю, ну ладно, как-то ладно, не буду как-то. А о чем мне молчать-то? Мне скрывать нечего. У меня лайт-журнал, там 5000 видео, на каждом видео я, два канала Ютуба Татьяна Салмановна, Махнулся и Будем на русском, на английском языке. Я там и про себя рассказываю, о моей жизни и вообще, то есть я рассказываю. Выяснится, там сразу правду скажут и все. По поводу группового сговора. Там был групповой сговор, я писала уже заявление в полицию, также на имя президента Российской Федерации, что хотели от меня имущество, собственность отобрать. Я писала. Наверное, придет время, Михаил Маратович, как-то это все расследуют, и виновных-то, как говорится, найдут, накажут. Там же, наверное, есть, знаете, определенные, в общем, это структуры, которые этим могут заняться и, в общем, выяснить, кто там виновен. Я так понимаю, что виновных-то накажут. Кто там что делал, кто не делал, кто виноват, кто не виноват, кто там ни при чем, кто при чем.
Катя, вот смотрела, какой-то там известный певец, как его там, известный певец такой, сколько денег уже потратил. Там и в Израиль летал, и там кучу денег потратил. И анализы там всякие сдавал, никто понять не может, что он с ним такое. Огромное количество денег потратил. Скажу фамилия, забыла. Так что вот, и занимается, и спортом занимается, и в общем как-то старается активно образ жизни какой-то такой, и анализы, понимаете, ко многим врачам, специалистам обращался, и никто помочь не может. Ну, нам уже много лет, в общем, сам как-то вот это вот пытается, что это там такое. Никто не может ему, в общем, сказать, что это, диагноз поставить. Потом найду, я там уже загружала. У него там что-то с лицом, такое чувство, что у него прям лицо ползет и прям вот как-то его сжимает, сжимает, что-то с лицом у него такое. С лицом он как-то, в общем. Потом загружу, найду в интернете, найду, вспомню, как его. Животное жалко, знаете, там всякий раз я там выкладывала на мою страницу в Фейсбука животных, знаете, всякие там, помнишь, животные. Животное жалко. Белочки. Простыней. По-иридански, знаете, там огромное количество простыней. Привезла я, когда там это контейнер, это шиппинг, контейнер, это все стол, там многие вещи, это из Америки привезла в контейнеры. И, в общем, ну, нужна была упаковка, в общем, это деньги, в общем, короче, там за свой счет, в общем, как-то. И, ну, парень, конечно, спонсировал, но, в общем, короче, в общем, столько упаковки, целый контейнер огромный. В общем, простыни, он предложил простыни, списанные, там часть не списанных, из Сан-Франсис, из Бристол Госпитал. Там больше 100 простыней, такие толстые, тонкие, разные простыни. В общем, они долгое время лежали у меня на моей квартире, Волховской, 410, Санкт-Петербург, Россия. Так что вот, такие простыни. Потом Василию Ильяновичу я отдала эти простыни. Он, конечно, был очень удивлен такому количеству простыней. Восемнадцать часов 18 минут 22 октября 2020 года. Кстати, вот видео Варена Баффета я не могу открыть на вот этом, надо сейчас будет скайп посмотреть на этом компьютере. Василий сказал, что там нужна какая-то такая штука, чтобы это видео открылось. На этом компьютере сейчас посмотрю. Вот Дима спрашивает, а что говорит Баффет? Может, это опять мошенники? А Варен Баффет также спрашивает, около 50 тысяч долларов, чтобы я прислала, чтобы мне прислали мой грант. Что он спрашивает, Дима? Ничего другого не спрашивает, в принципе, вот так вот спрашивает про деньги, когда я пришлю. Так что такие вот дела. Дима мне написал, 16:57. Дима Егоров. Дима красиво сделал
с Денисом Костиным Эллинг. Эллинг, они в мае 2017 года, я Диму хорошо знаю, они, в общем, с Денисом целое лето работали, в общем, это Эллинг в Петергофе, Санкт-Петербург, Петродворец, Менделеевская, дом 1, литер М, корпус 9, Эллинг 24. В общем, дизайном, ремонтом я там занималась, красота, в общем, в Эллинге. В общем, Дима так красиво покрасил, в общем, весь золотым вот этим, потому что такая красота. Что вот. А теперь я таким взором видела, что там, знаете, теперь я мебель оттуда вывожу, там это на первом этаже практически, там, на втором, первый гараж, а там второй, третий, четвертый, четыре этажа Эллинг. Вот, а там уже, знаете, так мебели особо там на четвертом этаже, в общем, мебель осталась, а так. Теперь, знаете, раньше я показывала вот эту красоту, как, знаете, там эти видео загружаю, как там была красота, а теперь, в общем, можно посмотреть, как это вообще вот эти голые стены и без мебели. В общем, совершенно как-то вот там такая, в общем, как-то вот так. Смотрю, загрузилась ли. Сейчас вам покажу. То, что Дима написал, это моя страница ВКонтакте. Это мои документы. Это мое свидетельство о перемене имени. С Александром Татьяной Юрьевной, на Татьяна. На Мактум Сайфудин Татьяна Салмановна. 18:21. Что покушала я? Это чек. Ходила я в магазинчик Семи Шагов. Вот такие вот дела. Просто красотень. Здесь у меня просто красотень. Красота проветривается, у меня квартира проветривается. Так что видео Варрена Баффета, видео Варрена Баффета я еще не посмотрела, как себя так это заснять. Видео, которое Варрен Баффет прислал, я еще не посмотрела. У меня на этом ноутбуке оно не открывается. Я там открыть через какой-то там, через интернет, и там что-то пишут, загрузить программы какие-то. А я в этом особо, если не открывается, там нажала. Если особо не открывается, то, ну, я не знаю, что делать. Так что вот, это на большом будет компьютере. Василий сказал, что там, наверное, не хватает какой-то программы, чтобы посмотреть это видео. А так очень хочет. Может быть, он что-то сказал мне там. Так что вот. Если Варрен Баффет будет смотреть это видео, а на английском нужно, конечно, ему, наверное, сказать. На английском. А, ну ладно, все видео у меня на русском. Чтобы он мне прислал вот это видео, ну, понимаете, просить Варрена Баффета, чтобы он мне прислал видеосообщение. Вообще, я его прошу, чтобы он мне по этому скайпу пришла, как я ему посылаю. Я же ему посылаю много видеосообщений, чтобы он мне послал видеосообщение, ну, хотя бы что-нибудь сказал, тогда я увижу, что это он. О, вот что его надо попросить. Его нужно попросить, чтобы он по скайпу так и сказал. Ну, типа, hello, там, как-то Татьяна Салмановна. Ну, и правда, я для вас, вот, в общем, грант, выделил грант, $10 миллионов, в общем, там, в 2017 году, переоформил в 2018, и вот такие-то деньги для пересыла надо, вот что у него нужно попросить, точно. Я попросила документы, оригинал, он сказал, что вместе с деньгами это Алан привезет. Вот что, если он мне по сообщению, в сообщении такое скажет, он значит подтвердит, что грант мой, что нужны деньги, и тогда под его видеообращение я смогу, я придумала. У меня, в общем, гениальная идея тогда под это видеообращение,
я буду уже у этих богатых людей, буду засылать им, и буду спрашивать у них, чтобы они мне, ну, одолжили деньги, чтобы я получила мой грант. Скажу, вот посмотрите, Варрен Баффет, вот видео сообщение, что у меня грант, а денег таких нету, могли бы вы мне помочь? Ну, чтобы найти деньги. Правильно? Я придумала. Ну, что-нибудь такое, что можно сказать, что да, ну вот мы вам, Бакшира Фаундейшн, выделили грант 10 миллионов долларов, ну, хотя бы какую-то фразу, хотя бы одно предложение, две фразы, что для пересыла таких денег такие-то деньги нужны. И уже под это видеообращение я смогу уже, ну, чтобы эти люди, потому что, как это, ну, в общем, как-то вот так. Наверное, если будет такое видеообращение, то деньги, не знаю, может, Дима найдет кого-нибудь. Потому что, ну, как-то вот это, вот я попросила документы, оригиналы сказали, привезут вместе с деньгами. В общем, а мне нужно что-то, конечно, чтобы люди вообще доверили такие деньги. Здесь нужны какие-то вот эти гарантии, в общем, как-то вот так. Так что, может быть, там какой-то тур по чего-то, по его офису. Ну, наверняка там в этом туре он что-нибудь, наверное, может быть, сказал, раз он мне это прислал. Но просить, знаете, честно говоря, мне даже неудобно. Я, конечно, такая бывает, а вот вчера такое видео загрузила, в общем, как-то вот это по протоколу. Понимаете, если по протоколу, понимаете, у этих миллиардеров вообще просить, знаете, вы мне запишите видео, и на этом видео скажите. Ну, в общем, это как-то, наверное, не совсем это как-то делается. В общем, знаете, вот это вот просить, чтобы заприслали вот это видео, ну вы поняли, да? Поэтому меня как-то это иногда так смущает. Вот, с одной стороны, это уже годами длится, деньги эти не могу получить, сертификат получила, деньги не могу получить. Вот, а когда начинаю вот так вот думать, так вот у кого-то из таких вот так вот просить, чтобы что-то вот такое прислали, это тоже, ну, в общем, как-то это вот так. Ох, я такая вся эротическая звезда. Такая супер эротическая звезда. А нужно так это, в общем, это здесь это красиво лечь, красиво себя показать. Ну я такая в сапогах легла на кровать, ну так вот, чтобы красивенько себе запоказать, красиво ноги запоказать мои. Потому что, а так я не знаю, потому что как можно так, в общем, как-то, сейчас поправлю эту штучку. И где так взять такие деньги, чтобы привезли мой грант 10 миллионов долларов. А так очень хочется получить мои такие деньги. Уже столько лет жду, уже, знаете, уже три года. Было 7 февраля 2017 года же. 17, 18, 19, смотрите, уже 22 октября 2020 года. Отдыхаю. Сейчас буду смотреть это видео. Позитивные видео, также фильмы. Ну, некоторые фильмы я вам там загружаю на мою страницу ВКонтакте, Фейсбука. Так что вот, сейчас буду смотреть видео по компьютеру.
Смотрите мое видео, которое я засняла до этого. Полы. А, пол я в коридоре, на кухне, в туалете помыла. Еще мне, конечно, нужно в комнатах пол помыть. Еще двигать мебель надо, потому что у меня, чтобы помыть полы, нужно, как говорится, ну, в общем, сначала с одной стороны помыть, потом всю эту мебель подвинуть, а потом передвинуть. Вы поняли, да? То есть дело такое. То есть нужно двигать мебель в комнатах. Там, тем более, мы такой большой такой гардероб. В той комнате все это подвинуть надо, сел в одну сторону помыть, а потом это передвинуть, чтобы высохло, потом передвинуть в другую комнату, ну, в другую сторону. Ну, как обычно, вы там смотрите, я же там на моем Life Journal показываю. А так, в общем, такие разные проекты в рамках моего Life Journal у меня. В том числе, знаете, вот эта блондинка в шоколаде. Ну, считайте, что, ну да, бюстгальтер, считайте, что на пляже. Ну, а что? Смотрите, девушки в купальниках на пляже ходят, правильно? Вас что, не смущает? Ну да, это называется из серии «Модели Victoria's Secret отдыхают». Когда Татьяна Салмановна демонстрирует нижнее белье, модели Victoria's Secret, когда Татьяна Салмановна демонстрирует нижнее белье, модели Victoria's Secret отдыхают. Так что вот. Ну, такие вот дела. 48 лет, рост 1,75 м. Брендирую себя, делаю из моего имени мировой бренд. Так что вот считайте, что в этом практически... Здесь даже юбочка одета, так считайте, что в купальнике. Даже вас не смущают же эти люди в купальниках на пляже. Ну, я решила, я просто подумала, что мне такое как-то одеть. Думаю, этот, в общем, так потом... Я вообще хотела, одела бюстгальтер, в общем, как-то вот это хотела себя в кровати. Думаю, в кровати засниму, думаю, надо что-то одеть. Думаю, бюстгальтер сейчас одену, ну, чтобы мне это, ну, вот, чтобы как-то вот, ну, думаю, или это платье, в общем, как-то, ну... И, в общем, как так получилось, потом думаю, еще одно видео, потом думаю, пол надо помыть. В общем, так оно вот это вот. Ну, я уже вам выкладывала эти видео. Сначала это Пэрис Хилтон такие видео снимала, в общем, знаете, вот эта блондинка в шоколаде, или как там у Пэрис Хилтон-то назывались. Потом Ксения Собчак, в общем, такие у нее все такие вот эти шоколадные были видео. Вот такие вот дела. Так что сейчас я принесу эту штучку. А сейчас надо уже, наверное, закрыть сейчас. Эротическая звезда. А, может, прямо отсюда? Прямо отсюда, наверное, засниму я. Ох, это такая эротическая. Все такая супер эротическая звезда. Ох, такая супер. Ах, в общем, пресс нужно качать. Пресс качать. Пресс качать. Там я уже прикрою, сейчас я прикрою. Спинку прямо, у меня проветрилось. Ох, нет, здесь надо как-то сейчас. В общем, что-то здесь такое сейчас. Что-то красивенько. Вы же понимаете, да? Сейчас организую. Красивенько прилечь. Ну, когда уже прилегла, уже вот так.
дела? Ой, Василий, добрый вечер, как ваши дела? Да? Ну, там у вас, слышу, музыка играет. Ну, что значит опять? Запись. Ну ладно, хорошо. Сейчас. Угу. В общем, эту штучку, сейчас, ах, это такая суперэротическая, такая суперфем, ах, супер такая, эти чакры, в общем, эти маффины, ах, это такая эротическая звезда. В эту штучку я ставлю, ах, этот компьютер, с этой компьютерной штучкой, ах, эти танцы, шманцы, ах, эти чакры, ах, это такая суперэротическая, ну, в общем, ладно, эту штуку куда поставим? Блин, мойка у меня еще не подключена. В общем, видео нужно загружать. В общем, вот так. Пастор, сейчас. Вот паспорт, российский действующий паспорт, номер 4018-216, вот он ГУМВД России, по городу Санкт-Петербург, Ленинградской области, 07.08.2018 года, код подразделения 780-041. Зарегистрированная в этой самой квартире, комендантский 32192, с 1990 года по настоящее время. Квартиру мою продаю за 5 800 000 рублей, ему Элит Петербург, я продаю. За 8 миллионов рублей. Так что вот. Сейчас компьютер я на эту штучку поставлю. Сейчас здесь себя засниму. Здесь еще засниму себя. Смотрю, как здесь получается. Как здесь получается. В то зеркало. Немножко нужно подвинуть. Я просто смотрю, как здесь получится. С этим зеркалом, с тем. В общем, да, танцы. Знаете, я решила, знаете, этим заниматься, носила, чтобы смотреть на себя в зеркалах. Сейчас это, в общем, это, чтобы, знаете, на себя в зеркалах смотреть. Заниматься здесь танцами. Вот звонит Варен Баффет. Видео включаю.